вечер, дорогие девочки и мальчики. Здравствуйте, тетушка Дарья. Здравствуй, Шунечка. Здравствуйте, ребята. Посмотри, кто сегодня у нас в гостях. Булька! Ура! Где ж ты был? Почему тебя так долго не было? Потому что у меня было одно очень важное дело. Наш Булька стал настоящим героем. Ой! Слушай, как это случилось. Слушаем. Однажды вечером сидел Булька дома. И вдруг слышит. Кря-к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 ря. Что такое? Кто это так громко крякает? Вышел он на улицу и увидел, мама утка бегает по двору. Заглядывает то под крылечко, то под корыце с водой. И тревожно крякает. Кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря, какая беда! Крячик, крячик! Эй, тетушка утка, что с тобой? Что случилось? Мой малыш пропал, мой крячик, кря-кря-кря. Наверное, он заблудился и не может найти дорогу домой. Ах, кряк, я несчастна, на дворе уже ночь, а его все нет. А на улице и правда уже была ночь. Небо затянули тучи, и казалось, что под каждым листом лопуха притаился кто-то большой и ужасный. И от этого было очень-очень страшно. Ах, кряк, кряк же это так! Неужели никто не поможет мне, не спасет моего малыша? Кряк, 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 кряк! У щенка Бульки было очень доброе сердце, и, конечно, он не мог оставить утку в беде. Успокойтесь, тетушка утка, я пойду и приведу его. Кря-кря-кря, ты? Ах, какой ты смелый, Булька. Ну, будь осторожен, как бы тебе и самому не попасть в беду. Но Булька уже шел по следу. Тропинка петляла среди огромных кустов. Ветки топорщились, и казалось, что кто-то мешал ему пробираться вперед. А там впереди белел густой туман. И, казалось, слышался чей-то шепот. Неужели этот страшный зубастый поджидает меня? А вдруг он поймал бедного утенка? Нет, я должен защитить его! И Булька бросился вперед в страшную тьму. Но тут вдруг на небе появилась луна, которая осветила тропинку. И маленького, испуганного утенка, который сидел в высокой траве. Ура! Крячик! Я нашел его! Спасибо тебе, луна! Ты так помогла мне сегодня! Пожалуйста, Булька, я рада, что ты оказался таким добрым и отважным. И за это я хочу наградить тебя. Меня? Чем? А вот, смотри! И тут с неба скатилась голубая звездочка и повисла прямо на Булькином ошейнике. Молодец, Булька! Здорово, что ты оказался таким смелым! Ну вот и все на сегодня. Угу. Пора прощаться с ребятами. Спокойной ночи, девочки и мальчики! Ну а теперь ты, Булька. Доброй вам ночи и храни вас всех Господь! Всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Скажем друг другу до встречи, доброй вам ночи, друзья. Скажем